целью выявления лучших команд Восточного управленческого городского округа, укрепления творческих контактов между командами в городе Тавда прошла игра КВН студенческой и работающей молодежи. 5 территорий Восточного управленческого округа Свердловской области приняли участие в клубе веселых и находчивых. Эти территории представляли 7 команд: БМЗ, Красногвардейский психоневрологический интернат, Дом детского творчества номер 22, команда Тавдинского техникума имени Елохина, сборная Тавдинского городского округа, команда Тугулымского городского округа и сборная Туринска. Отметим, что команды Артемовского городского округа составили серьезную конкуренцию всем участникам. По результатам жеребьевки первыми выступала команда «Дом детского творчества номер 22», третьими – Красногвардейского психоневрологического интерната и четвертыми – команда БМЗ. Тема игры была посвящена знаковому событию в России – Олимпиаде Сочи-2014. И первый конкурс приветствия – «Быстрее, выше, смешнее». Красивее! Давай следующую сцену!
так. Ярко, смешно и уверенно началась игра. Во втором конкурсе было посложнее. Надо было ответить на вопросы жюри. Темы, конечно, были разные. И об армии, и об Олимпиаде, и о еде. Какие у вас результаты в беге от военкомата? Хорошо, я открестился уже. Да, ты быстро бегал. Итак, время пошло. Команда 50-50. Так, какие результаты в беге от военкомата? Да я уже 10 лет бегал. Бурные аплодисменты. Команда БМЗ. Какие результаты в беге от военкомата? 3 мальчика и 2 девочки-крошки. Какие у вас результаты в беге от военкомата? Меня зовут Владислав, и у меня папа военком. Какие результаты в беге от военкомата? А я вот сам за ними бегу и бегу, а они меня не берут. Скажите, почему ночью еда вкуснее? Ой, ну как будто не знаете, ночью калории-то спят. Вот теперь точно вопрос. Почему ночью еда вкуснее? Ну, разве по мне не видно? Запретный плод свадьбы. Я не знаю, что мы бы сделали, но власти наши точно отремонтировали бы все дороги, все ЖКХ, все дома, школы, подняли бы зарплаты, был бы везде свет, а пение. Нет, у нас это все есть, это просто шутка. Блеснуть эрудицией и шутками можно было, поучаствовав в биатлоне. И в этом конкурсе команде из Артемовского городского округа не было равных. Когда приходили домой гости, мама всегда ставила Сережу в угол. Хотя и понимала, что постоянно загораживать дырку в стене он не сможет. Вот замечательная команда «Ассортин». Мужчина, забери-ка своего кота. А он не мой. Не мой, не мой, кот слепой, заберите. Следующая шутка. Попрошу вас приготовить мне кофе с пенкой. Да раз плюнуть. Бурные аплодисменты. Приглашается к микрофону команда «Балдежная молодежь завода», поселок Булалаш. Я купила платье тютелька в тютельку. Померила, жмёт. Наверное, тютельки выросли. Поэтам приходит муза, а к поэтессам музыки. Порадовали и стихи, которые надо было написать из готовых рифм, то есть буриме, а также вставить пропущенные слова в уже готовые стихи. Преодолев и сон, и лень, я просыпаюсь в этот день. Прихожу я на участок, где бываю я нечасто. Смотрят мило депутаты, в бюллетенях кандидаты. Я простой электорат, обещаниям верить рад. Выборы у нас сегодня. Мы отбросим сон и лень. И удача улыбнется кандидату в этот день. Я пойду на свой участок. Я хожу туда нечасто. Кто такие депутаты? Это наши кандидаты. Кто поверит кандидату, как не я, электорат? Я такому кандидату долго-долго верить рад. Федор Бондарчук подскользнулся, упал на голову и слово подскользнулся. Заключительный конкурс «Домашнее задание» под названием «Полный финиш» был кульминацией конкурса. Команда БМЗ пригласили помочь зрителей, другие пели песни, а кто-то пригласил в команду настоящего Чака Норриса. Но были и сюрпризы. Yeah.
должен пройти три испытания. Два. Ты уже прошел, так как время музыкалки ограничено. Осталось одно последнее. Какое? В Ботовницкой системе. В баре Гуси. Что я там должен делать? Главное, не баре Гуси. Часов шла игра, и перед тем, как стали известны победители, Наталью Лисовских, заведующего отделом по работе с детьми и молодежью администрации Артемовского городского округа, наградили благодарственным письмом за помощь в организации поездки трем командам Артемовского городского округа на этот фестиваль КВН Восточного управленческого округа. А места распределили следующим образом. Слово для приветствия и подведения итогов предоставляется директору управления культуры, молодежной политики и спорта Романенко Айне Михайловне. Я думаю, что сегодня наше время, проведенное здесь, пролетело незаметно. Все зарядились таким большим положительным зарядом самых хороших эмоций, юмора и смеха, которые, я думаю, еще хватит на целый год вперед. Ну что же, теперь мы переходим, собственно, к тройке лидеров. Третье место и сумма баллов 16,4 становится у нас победителем команда ВМЗ поселка Буланаш. Второе место и результат 16,6 набирает у нас команда Умки, город Турин. Команда БМЗ вошла в тройку лидеров, но это только начало. В следующий раз Артемовский городской округ обязательно будет первым. И несмотря ни на что, все участники остались с положительными впечатлениями и настроены принимать участие в игре КВН в следующем году.